путешествие по России можно отправиться, не выезжая из Балаково. Достаточно заглянуть в городской выставочный зал, где открылась необычная экспозиция. Она переносит зрителей в старинные русские города. С 5 октября в нашем выставочном зале экспонируется масштабная фотовыставка, которую нам любезно предоставила компания «Фусагра» и греческий фотохудожник Костас Асимис. Данный проект называется «На страже земли русской, Кремля и крепости России». Экспозиция выставки позволяет совершить путешествие от Тобольска до финской границы. В работах запечатлены кремли 17 русских городов. С помощью этой выставки автор постарался раскрыть многогранность России и русской культуры. Работы фотохудожника Костаса Асимиса уже знакомы балаковцам. Осенью 2021 года по приглашению компании «Фусагра» он побывал в нашем городе и представил экспозицию «Наш Афон». Прекрасная природа Греции и портреты жителей монастырей поразили зрителей. И тогда мастер признался, что хотел бы показать грекам Россию, ее историю, культуру, зодчество. Так родилась выставка «Кремли и крепости», которая и сейчас пополняется. Костас Асимис продолжает путешествовать и искать объекты для фотосъемки. В данной экспозиции выставки у нас представлено 140 работ, на которых изображено 38 объектов зодчества. Первыми выставку посетили юные воспитанники школы креативных индустрий. Они – будущие фотохудожники, поэтому с нетерпением ждали открытия экспозиции, чтобы увидеть работы признанного мастера Костаса Асимиса. Каждый из ребят отметил для себя фотографии, которые поразили именно их. Московский Кремль. Прекрасная работа. Все очень четко, самое главное. Мне бы хотелось еще походить тут, посмотреть. Я восхищена, правда. Можно перейти по QR-коду и посмотреть, историю почитать. Наставник будущих фотохудожников Евгений Левин рассказал ребятам о том, как работает мастер. Мало кто знает, например, что Костас Асимис ловит кадр целыми сутками. Ему важно найти интересный ракурс, дождаться правильного света. Фотохудожник не обрабатывает свои снимки. То, что мы видим, результат кропотливой работы, а не фотошопа. Выставка многообразна. Качество работа на очень высоком уровне. Это тоже очень немаловажно для восприятия. На это я особенно обратил внимание детей. Выставка «Кремли и крепости России» будет работать в городском выставочном зале за администрацией до 18 ноября включительно. Вход свободный.